Всем здравствуйте, мои девчоночки. Сегодня у меня небольшое, кратенькое, так что посмотрите видео, обзор от H&M. Подобрала именно кофточки, вот такой вот осенний демисезонный вариант, как бы не толстые там джемпера, кардиганы, а именно такие кофточки. Вот что хочу отметить, смотрите на вот эту первую модель, мне так понравилась женщина. В возрасте такая интересная, минимум косметики, не вижу косметики на лице, в общем, не о женщине. Кофточка, да? Помните обзор от Zara, тоже рюшечки, и здесь рюшечки, что я обратила внимание, смотрите. Конечно, вязать мы ее, скорее всего, не будем, потому что видео не будет пользоваться популярностью, но посмотреть интересно. Вот, смотрите. Хотя могу снять как бы отдельное видео, как сделать вот эти рюшечки. Их потом можно использовать и на ту жилеточку, которая от Зары, и на вот эту вот кофточку. Вот, кофточка интересная, мне понравилась. Но тут она без никаких, сейчас видите, коротенькая, на три пуговицы. Просто за счет вот этого узора, игры узора, достигается такой интересный эффект. А на самом деле я даже тут ни проймы не вижу, немного окат рукава. Все ровненько. Могу сделать экспресс обзор на вот эту кофточку. Вот единственное, что здесь вот видите, как узор на рукаве. А вот. А все остальное все очень просто, ровно, прямоугольники, V-образный вырез. Вот она, видите, как здесь косы расположены. То есть не на всю плоскость, а как-то углом. Вот ажурная кофточка, я ее вижу из махера, очень такая легенькая, видите, воздушная легкая кофточка. Но тут реглан у нас, тут у нас реглан и такой интересный ромб, тоже я бы хотела, конечно, его попробовать, возможно, я его попробую, если в мою голову эта идея придет. Смотрите, он из двух рядов накидов, здесь не классический ромб, как бы, один накид из одного как бы ряда накидов, а именно два, мне так кажется. Сейчас попробую. Нет, там есть светленькая, вот серенькая, сейчас я увеличу и мы посмотрим. Да, вот видите, один ряд ромба, ой, накида, а здесь как-то через одну, и вот здесь вот тоже целый ряд накидов, а здесь через одну петлю. Интересный достаточно узор, можно поразмыслить, я подумаю, мне кажется, он будет довольно таким интересным. Вот видите, вот эта вот кофточка, рукав реглан, вот это мне бы интересно было эту связать, и вырез не V-образный, а под горлышко классический такой. Вот это тоже прямоугольники, и все за счет узора карманов, больших пуговиц достигается этот эффект. Тут тоже элементарный простейший кардиганчик, ну, кофточка, короткий кардиганчик. Вот тут видно спущенный рукав, все прямоугольники, здесь ничего сложного. Этот узор я разберу, девчонки, планка будет, могу сделать экспресс обзор на этот наипростейший, тут делать нечего. Ну и вот, смотрите, а вот этот вот я бы, возможно, попробовала связать. Тут, конечно, модель в контрасте, но смотрите, какой интересный, из махера, то есть он тепленький, кардиганчик или кофточка, или как это, жакетик назвать. Тоже рукав широкий, смотрите, вот здесь вот расходятся петли на рукаве. Вот, видите, добавления идут по центру, как бы посередине рукава. Вот, далее, что у нас тут интересно, реглан, рукав реглан и двойная планка. Здесь видно, что она подогнута, планочка двойная у нас, хотя, наверное, при ручном вязании я бы этого не делала. Вот такой вот широкая линия реглана. Как бы ничего особенного, и тем не менее за счет ниток, наверное, и цвета достигается такой эффект. А еще в чем как бы особенность этой модели, в том, что здесь резинка не стянута, ее внизу практически нет. Вот, то есть он ровный, широкий рукав, вот, реглан и двойная планка. Ну, это уже эта женщина у меня. Вот, в принципе, и все. И все кофточки у нас. Да, все. Сколько их там? 4 или 5.
Казалось бы, все одинаковые, но и при том все разные, да? Вот исходя из всех нюансов. Это элементарная, это с регланом рукавом, не совсем элементарная. Вот мне как просто из спортивного интереса мне бы хотелось ее попробовать, но это, скорее всего, уже весной, как бы как летний вариант. Вот она, реглан рукав. И вот за счет этого узора она такая интересная. Вот темная уже не такая, мне кажется. Может, цвет еще играет роль. И это интересное. Тоже рукав интересно сделан. Вот. Ну, в общем, смотрите, девчонки, высказывайте свои мнения. Здесь рюшик, что мне очень интересно. Вот что там еще, кстати, есть такие джемперочки, тоже с таким рукавом набранным, разные есть. Я просто именно кофточки подобрала сегодня. Вот, а там есть и другие. Как бы джемпера, возможно, я сделаю на них обзор потом попозже. Вот. А на сегодня все. Вот такое коротенькое видео. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.